Алло, алло, всем привет! Сегодня 3 сентября. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. На фото я ее взгляну. И снова 3 сентября. Ладно. Музыкальная пауза прошла. Болтологическое видео про работу. Такие видео хорошо просматриваются. Работа в Америке. Многие хотят работать в Америке. Я расскажу про свою работу. Новости из моей работы. Как всегда, посижу, поболтаю сама с собой. Сегодня у меня смена была 12 часов. Медсестра пришла, замена пришла на 30 минут раньше. Говорит, ничего, что она пришла на 30 минут раньше. Я говорю, да, отлично. Я люблю, когда замена приходит раньше. Я сама прихожу на работу за 30 минут до начала работы. Вот она пришла. Короче, я поехала домой. Сейчас заеду сперва, знаете, на мойку машины. Купила мембершип на мойку машину 2 недели назад. Хочу этот мембершип сделать cancel. Как это по-русски? Такие details. Такое что-то там. Фабрик. Вот так. Это мы так говорим. Кто прожил в Америке больше 20 лет, вот так говорим, да. Не знаем по-русски. Русский забыли, английского не знаем. Ну, короче, хочу... Мембершип был за $30 первый месяц. А потом там, даже не знаю сколько, но я хочу его договор расторгнуть. Вот, по-русски. А Ральфик у меня грязный. Сейчас съезжу помою. Короче, знаете мое любимое выражение. Сегодня такой день. Адреналина у меня много. Сейчас, подождите, соберусь с мыслями. С чего начать? Дело в том, что вчера был понедельник, да? Но у нас вчера был день труда, и многие не работали. Я вчера работала. 16 часов работала, день труда. Трудилась. Потому что у нас на работе оплачивалось в 1,5 ставки. Вчерашний день. Думаю, что и работать. Тем более 1,5 ставки. Деньги-то надо зарабатывать, правильно? У меня цель. Заработать деньги. Иду к своей цели. Кто не знает мою цель? Кто на первый раз попал на канал? Моя цель сейчас, на данный момент, приобрести свое жилье. Ну-ка, Люба, раскинь нам карты. Кроссовки сняла. Раскиньте нам карты Таро. Карты Таро, что говорят? Куплю, нет, свое жилье. В этом году. В этом году, мне кажется, почему-то нет. Может, в следующем. Ладно, отвлекаемся от темы. Почему это я все говорила-то? А, что вчера вот эти рекрутерские компании не работали. Рекрутеры, да? Еще работу по контракту через рекрутеров. Это так утомительно. Вчера не работали, но вчера уже вечером начали мне текстовать, писать. 2 рекрутера про работу предлагают. Ну, опять же, предлагают, да, а потом раз куда-то пропадают. Нету. Сегодня утром. Помните, в прошлом видео я говорила про Дженнифер, которая с Бойси? Ну, кто смотрит постоянно мои видео, тот помнит. Рекрутер Дженнифер. Она говорит, вот у нас хороший контракт, типа, ты. Я говорю, сейчас тебе все детали пришлю. Контракт в Неваде. Ехать 6,5 часов. Как город называется? Не помню, как город называется, но недалеко от Рено. Рено, Невада. Рено, да, правильно говорю? Рено, Рено. Не знаю, как правильно. Рено, Невада. Рино. Рино, наверное, они говорят, да, американцы? Ну, неважно. Я не американка. А я здесь на работе сегодня занятая.
Я так быстренько посмотрела. Платят хорошо. 3 по 12. 3 дня работать по 12 часов. Ну, все, все меня устраивает. Я такая, о, окей, все. Я говорю, мне это интересно. Она говорит, давай мы... Сейчас, говорит, я тебе пришлю линк. Ты нажмешь, чтобы на интервью по телефону сделать appointment, опять же, как это по-русски, запись на телефонное интервью. Прислала линк, все, я записалась. А потом, это, знаете, это все происходило, когда у меня был медпас, когда я раздавала таблетки. Короче, я была сконцентрирована на таблетках, я как бы сильно не обращала внимания. Я читала так, между строк, быстро-быстро. Потом у меня появилось свободное время, да, когда посмотрю. Пошла опять по этой ссылке, которую мне прислала с расчетами, сколько там заработок, все такое. Я смотрю, там написано позиция RN. А я LPN. RN — это старшая медсестра, а я младшая медсестра. На RN расценки. Я такая текстую, типа, Дженнифер. Я говорю, я заметила, я сейчас, говорю, внимательно посмотрела, что там это позиция для RN медсестер, для старших медсестер. Я говорю, уже LPN. Она такая, о, подожди, типа, я утром кофе не попила, глаза, типа, не раскрыла, да, я пересмотрю. Тут же потом, буквально минуты через две, так текстую, типа, you're right, типа, ты права, это позиция RN. Говорит, сделай cancel этого appointment. Опять cancel, это... cancel этот appointment, опять сделай. А я теперь этот email не могу найти. Ну, короче... Очень много маленьких деталей, которые вам будут неинтересны. Это для тех, кто уже вот хочет поступить медсестрой по контракту. Для них это будет интересно, но таких у меня мало. Не буду все детали это обсуждать, ладно. Она говорит, подожди, сейчас в этом же заведении, говорит, есть позиция на LPN. Прислала мне расценки. На LPN гораздо меньше расценки. Итак, это с Ирой, которая с Луизианы, которая сейчас у нас находится тоже медсестрой по контракту здесь, в Бойсе. Она мне дает хорошие советы. Мы с ней по WhatsApp. Я говорю, вот, прислала, скриншот сделала, прислала ей. Мы обсуждали эту ситуацию, что вот зачем мне... Я посчитала так, да? Я примерно столько же зарабатываю здесь, сколько я буду зарабатывать в Неваде. И зачем менять шило на мыло? Но интервью как бы все равно завтра будет по телефону. Я еще интервью сделала на 8 часов утра. Там сама выбираешь время, какое тебе удобно. Я выбрала на 8 часов утра, потому что я думала, буду отдыхать завтра. Я работала. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, 4 дня подряд, 12-16 часовые смены. Думала, все, отдохну завтра. Тут подходит женщина, которая делает расписание, говорит, Айрина, пожалуйста, выходи завтра, у нас медсестры нету. А что Ирина? Ирина видит цель, не видит препятствий, взяла опять завтра смену. Посчитала так. Буду работать подряд 7 дней. Но я лучше буду работать, чем дома сидеть. С этим громким телевизором. Я на работе лучше деньги зарабатываю. Взяла смену завтра. Но буду работать, но я все равно это интервью хочу пройти. Даже если меня не возьмут, да, я не расстроюсь ни разу. Это для опыта. Это будет у меня как бы хороший опыт. Что-нибудь, я посмотрю, что-нибудь спрашивать и все такое. Даже если мне предложат позицию вот эту, да, скажут, да, мы все, мы вас берем. Может, я и откажусь за такую-то цену, за такую-то сумму. И потом мне резко моча в голову ударила. Я думаю, а почему мне не пойти у нас в HR, в отдел кадров, и спросить, а может мне здесь прибавить зарплату? Уже все знают в нашем заведении, что я уже собираюсь идти медсестрой по контракту. Слухи-то быстро расходятся.
А у нас же постоянно нехватка. Я думаю, а что если вот попросить прибавку? Попросить прибавку? И я, короче, пошла в HR. Она как раз стояла в коридоре. Там около офиса своего. Не своего, там чужого офиса. Там дверь открыта в офис, там народ сидит, да? А HR-женщина. Я такая, я типа, мне с тобой надо поговорить. Она такая, да, говори. Я такая тихонечко и говорю, типа, а могла бы я узнать, типа, я бы хотела узнать, сколько максимум я могу здесь заработать. Насколько максимум вы можете мне поднять зарплату. Во, вот так. Она такая смотрит на меня. Типа, а зачем? Я говорю, вот, я говорю, так-то, так-то. Я говорю, ну, она знает, она сам первый узнал, что я буду искать другую работу. Я говорю, да, взвешиваю мои все опции. Я говорю, оставаться здесь при хорошей зарплате или куда-то ехать далеко при зарплате чуть повыше, чем здесь. Она такая, с таким видом, типа, нет, не недовольным, а таким задумчивым. Такая, приходи ко мне завтра в офис, поговорим. Короче, завтра пойду с ней разговаривать. Потом смотрю, она пошла в туалет. У меня еще один вопрос возник. Стою такая около туалета, ее жду. Она выходит, я говорю, у меня, говорит, еще один вопрос. Я говорю, у нас сейчас это... Помните, я говорила про медсестру, которая проработала в 30 лет в операционной комнате, в операционном отделении, которая не умела ставить ТБ, но вообще многого не умела. Это понятно, она никогда не работала в этом доме престарелых, да? Совсем другая динамика, совсем все другое. Если бы меня поставили в операционную, я бы тоже, наверное, ничего не знала. Ну, короче, эта медсестра, она буквально месяц проработала, она не может вынести нашу динамику. У нас же все быстро, быстро, быстро. Ну, в операционной, не знаю, наверное, тоже так же, но все равно это все по-другому. И она, короче, уходит. Открывается новая позиция на full-time. На полную ставку. Но они очень часто открываются, эти позиции, на полную ставку, потому что медсестры приходят и уходят. А тут думаю, вот такую думку. У меня же мысли в голове больше, чем риса в Китае. Постоянно мыслю. А, господи, что мне еще делать-то? Я так думаю, если мне здесь предложат повышение. Последний раз мне, кстати, повышали зарплату в сентябре. Год прошел. Да, в сентябрь уже. Где-то у меня есть видео про повышение зарплаты. В сентябре повышали, да. Ага, значит, уже все. В любом случае мне должны хоть как повысить зарплату. Но не знаю, насколько. Обычно повышают, да, я не знаю. Мне в прошлом году хорошо прибавили. Целый доллар даже сразу. Даже доллар 25, что ли. Ну что так? Я думала, прибавить там 25 центов. Нет. Не знаю, сколько вот она мне предложит, интересно. Если хорошую сумму предложит, я останусь на полную ставку. Плюс еще буду брать дополнительные часы. Буду работать овертайм. Если работаешь 40 часов, получается одна ставка, да, 40 часов в неделю. Если работаешь больше 40, там уже идет твоя полторы ставки идет. Короче, денег заработаю, не знаю. Много. Мечты. На прошлой неделе отработала 64 часа. На этой неделе у меня 56 часов. Это еще неделя не закончилась. Еще могут прибавить. Еще могут попросить выйти. Пока 56 часов. Но мне кажется, больше будет. Будут просить выходить. Так что вот. Вот такие новости. Завтра дам знать. Нет, я, знаете, все-таки надежды не теряю, что мне попадется какой-то хороший контракт. Если хороший контракт попадется, понимаете, я для новичка очень трудно найти хороший контракт, когда только начинаешь. У тебя опыта нету, никто тебя брать не хочет. Как бы трудновато найти. Но я не теряю надежды. Надежда умирает последней. Если все-таки мне какой-то хороший контракт попадется, я, конечно, его возьму. А если нет, тогда останусь здесь.
Я же говорила. На прошлой неделе говорила. Все, на следующей неделе кровь из носа надо контракт подписать. Сегодня уже вторник прошел. Уже все, осталось среда, четверг, пятница. За 3 дня подпишу ли я контракт? Если так реально смотреть на вещи. Не знаю. Ретроградный Меркурий уже давно прошел. А я все без работы, без новой. Ну, короче, вот высказалась все мои мысли вслух. Что не делается, все к лучшему, это я понимаю. Ну, короче. Такие новости. Все. Поехала я мыть машину. Вам всем отличного дня. Увидимся на стримах. Стримы каждый день. Да, подключайтесь. Всем отличного дня. Пока-пока.